Всем привет, с вами Селиванси Екатерина, старший директор компании Faberlic. Я сейчас в Италии и запишу вам ролик, что ответить на вопрос «Я подумаю», когда вы пишете в переписке, потому что лично так никто не говорит, если с человеком общаться, если текстом пишете, некоторые бывают отвечают «Я подумаю», значит, у человека сомнения. Раз он так пишет, значит, вы ему не совсем верно что-то объяснили. И нужно уточнить, в чем он сомневается и что неправильно он понял. Ну, вопрос задавать нужно не так, а спросить, что вы не так объяснили ему, что нужно ему рассказать подробнее. Во-первых, он думает, что это косметика, а это, как вы знаете, не косметика, а одежда новорожденным, дизайнерская одежда, вечерние платья и так далее, бытовая химия, чаи, кофе и так далее, да? То есть у человека ассоциация с другими какими-то компаниями косметическими. И второе, люди, у многих ассоциация также, что это нужно продавать, ходить по соседям, предлагать большими клетчатыми сумками, как в советские времена. И с Мавроди у некоторых тоже ассоциация с какими-то финансовыми пирамидами, да, которых продукта нет. И нужно привести кого-то за $100 и так далее, и компания лопнет скоро. Здесь компании 20 лет, и она очень мощно развивается. И, в общем, человеку нужно объяснить такие вещи, тогда у него не будет сомнений. Дальше он уже скидывает данные на регистрацию, и у него не будет таких вопросов и сомнений, потому что вы подробно ему все объяснили.